Всем привет! Рассмотрим электрогитару Cort M520. Данная гитара оборудована бриджем Tone Pros, который обеспечивает стабильность настройки и облегчает замену струн. Корпус выполнен из красного дерева, гриф клееный, также из красного дерева, накладка на гриф палисандр, 22 лада. Звукосниматели 2 мини-хамбайкера, ручка громкости, ручка тембра и трехпозиционное переключение. В данном видео мы используем комбо Бугера 333XL и снимаем звук микрофоном Shure SM57. Теперь послушаем бриджевую позицию на перегрузе. Вторая позиция оба хамбайкера. И третья позиция – нековый. А теперь послушаем на чистом звуке.